Учитель – профессия главная на Земле. Галоконцерты в Омском государственном педагогическом университете открыли строками из произведения Роберта Рождественского. Выступление самых талантливых студентов вуза прошло в рамках фестиваля «Студенческая весна-2017». Темой фестиваля стали герои нашего времени. В качестве своих героев студенты педуниверситета выбрали преподавателей, школьных учителей. Тех людей, что их не только обучали, но и воспитывали. Каждому зрителю выдавали специальные флажки. На них участники писали имена любимых педагогов. Специальным гостем вечера стала Лидия Кичигина, единственная из мечей, удостоенная звания «Народный учитель СССР». Больше 50 лет назад она окончила педагогический институт. Для всех учителей студенты исполнили свои любимые песни. Я пою песни по молитве за родителей. Конечно же, я ценю труд педагогов, которые работали со мной в школе, сейчас продолжают работать со мной в рамках университета, но для меня родители являются учителями по жизни, то есть всегда направят на путь истинный, подскажут что-то.